добрый вечер, дорогие подписчики, любители копа. Я сегодня опять в Зеленоградске, но на улице сегодня весь день было прохладно. Сейчас шторм, черный уровень опасности, купаться запрещено. Но тем не менее, вот люди там купаются в любую погоду. Ну а я сейчас заряжаю приборы и вперед, потому что народу на пляже немного, но хотя все равно есть. Пока потихонечку начнем. Не переключайтесь. Не знаю, вам будет видно, слышно. Ветер сильный. Находки кое-какие есть. Единственное, снимать неудобно. По-моему, звук будет никакой. Вот брелочек попался. Мои находки за час с небольшим, но еще рано подводить итоги. Вот это не знаю, что за колечко. Может быть, так ни о чем. А вот это вот похоже на золото. Хотя сомневаюсь. Цвет похож. Странно, что порванное. Днем видно будет. Вот такой ветер сегодня. Темные тучи. Красный закат. Посмотрим, какой будет утром. Рассвет начинается. Со мной вот тут комрад Александр ходит. У меня находочка, очки, море выкинуло. То, что от них осталось. Заколочка такая в виде звезды. Ну, по находкам слабовато. Вот там у нас еще один комрад появился. Да, молодец. Все наши находки собрал. Мешок батареек у него с собой, у Сашки. Интересная находка, смотрите, какая. Это яйцо. А, похоже на перепелиное. Похоже вареное. Вот он, наверное, с собой брал на природу покушать. Так, что тут у нас за раритет? Обыкновенная, по-моему, гелевая ручка. Ну, если еще пишем, то забираем. Нормальная находка. Монетка в хорошем таком сохране. 5 тенге. Металл хороший, блин, и монета хорошая. Что-то нашел желтенького цвета, но еще не знаю. Ух ты, ух ты. Мне кажется, это кольцо, но, возможно, бижутерия. Хотя похоже на золото. Сейчас посмотрим пробы. Нет, это бижутерия. Выглядит прям
симпатичная. Необычная находочка у нас. По-моему, очки для зрения. Ну, кто-то остался слепой. Не знаю, только плюс-минус. Сейчас посмотрим. По-моему, минусовые, да. Да и причем сильные такие. Штормит на море, вон спасатель выгоняет. Папаша, блядь, с ребенком полезли в воду. Ну, сам-то ладно, а ребенка какого хрена тащит? Сегодня плохо, прохладно. Видите, некоторые вот так сидят, загорают. А некоторые умные, смотрите, как на Балтике отдыхают. У них забор с собой такой раскладной. Закрылись от ветра. И сидят там, загорают. У нас лето короткое. Надо в любой момент ловить. Сигнальчик был не очень. Да, это жутерия колечко. Ну, красивое. Смотрите, типа ремень, застежка. Такая подтяжка. Сейчас почище покажу. Вот такое чудо получилось. Неплохо. Похоже, еще одна бижутерия. Но это подвесочка. Хотя, нет, проб не видать. И колечко, видите, как будто ржавчина и пошла. Ну так, вещь симпатичная. Сегодня покупал, нашел. Привет. Красивая вещица. Заколка. Это какого? Сама отломилась. Сосновка. Потеряли ее. Материал неизвестен, но камешки очень красиво. Все так сделано. Здесь вот что-то, наверное, типа эмали, что ли. А тут камешки. Еще какая-то посылочка тут внутри. Есть подозрение, что это какой-то, либо в море выкинули какое-то ли сообщение, или... Ну, сейчас посмотрим. Вот, тут бумажечка какая-то есть. Ну, да кто-то как в такие вещи вкладывает какой-то особый смысл. Что-то похоже на билет. По-моему, может быть, чтобы вернуться назад сюда. Скорее всего, видите, люди с этим к этому по-другому относятся, серьезно. Так, сейчас посмотрим. Перевозчик. Причалы Советск. Билет на автобус. Поселок Яснополянка. Перевозчик ООО «Аркада». Ну, это, блин, даже не знаю, какой район. Откуда люди, какие-то туристы были. Не знаю, здесь видно, не видно. Сейчас посмотрим. Вот так вот это выглядит. Билет завернули. Монетку прикрутили и выбросили в море. Но штормом это все вытянуло. Вот такой интересный сюжетик.